Сегодня у нас такой исторический момент. Мы первый раз в таком составе выходим в эфир, потому что нас пригласила поговорить Аманда Лазда. Очень шикарная женщина из Ирландии, латышка. Шотландии. Шотландии. Шотландии, да, извините, пожалуйста. И у нее просто есть, не только у нее, у нас тоже, да, с Юрисом, у нас есть о чем поговорить, у нас есть шикарные результаты, у нас есть шикарный опыт по восстановлению организма. И мое имя Винета Медунецка. Я уже занимаюсь нутрициологией очень долго, уже почти, ну, уже больше, чем 11 лет. Я изучаю это дело, но каждый раз, когда я встречаю людей с новыми результатами, ну, шикарными, у меня просто такой очень трогательный момент. Я очень всегда радуюсь и удивляюсь все-таки, какая природа мудрая, насколько мы можем себе помочь, и насколько все-таки природа, природные вещества, они вот работают на нас, и насколько мы можем все-таки эффективно помогать людям в разном возрасте, разного пола и так далее. Да, я хочу, чтобы вы познакомились с нашими слушателями. Юрий, Аманда, пожалуйста, отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Может быть, просто скажите, откуда вы? Добрый вечер всем. Я из Риги, Латвия. Добрый вечер всем. Я из Шотландии. Очень приятно. Супер. Ну, у меня есть, наверное, к вам обоим, потому что у вас обоих чудесный результат. Я хочу вам, дорогие мои, спросить, вот, как долго вы занимаетесь своим здоровьем, нутрициологией, сапплементологией, и почему вы пришли вот к этому, к этой теме? Потому что люди иногда живут, и у них просто они даже не задумываются, что как-то надо помогать организму, как-то надо ему что-то дать, как-то что-то поменять. Кто первый? Юрис или Аманда? Я могу начинать, если... Давай, это... женщина, вперёд. Не возражает. Я встретилась вообще с коралловым клубом 2 года назад. До того я как бы старалась найти продукты, которые мне помогают восстановить мое здоровье, потому что у меня были проблемы со здоровьем уже, можно сказать, долгое время. И я искала продукты, которые работают на результат. И такие продукты у меня удалось как бы встретить 2 года назад. И я очень рада была, когда уже я стала попробовать с водой коралловую воду, я попробовала. И я почувствовала, что моя кожа становится, и моя... все мое тело как бы трансформируется, и мне стало улучшаться пищеварение, моя кожа улучшилась, да, и чем больше я пробовала эти продукты, тем больше они показали, что они действительно работают, и я до того, я очень много тратила деньги, можно сказать, да, потому что я поняла, что... есть продукты, но они не работают на результат. Они как бы работают, но не долговременно. Mm-hmm. А здесь я нашла продукты уже 2 года, я пользуюсь ними, и мне очень нравится этот результат. Конечно, Аманда, как ты вот узнала про эти продукты? Вот как ты знала? Вот сейчас ты уже проверила, но что тебя именно вот
на что ты вот, что зацепило тебя, что ты вот рискнула, ну ладно, попробую это тоже еще. Я встретилась с консультантом своим, Йоландой Приеде. Йоланда, привет. Да, и она меня познакомила. Сначала я была очень скептична, и потому что я очень, мне нравилось то, что я уже выбрала, и мне казалось, я бы выбираю очень правильно. Но потом, когда я, Йоланда меня сказала, ну давай попробуй, и я решила, почему бы нет. Ну, я попробую, начну с водой. И когда я начала с водой, я чувствовала, это прекрасный выбор. И тем больше, чем больше я познаю этот продукт, тем больше он мне дает прекрасные результаты. Так что... Ну, да, но были уже проблемы по здоровью, да, когда... Да. Да, у меня были проблемы. Во-первых, у меня были варикозные вены. Я почти, ну, за свою уже, ну, я могу сказать, что я уже была на 3 операции с своими венами, да, и у меня все время как бы опухали ноги, потому что у меня была сидячая работа, и были проблемы с ногами, а потом у меня была работа, которая я работала на ногах. И у меня появились эти проблемы постоянно. Как бы сделаешь операцию снаружи, но ничего не помогает, да, это какое-то время, и потом опять вылезает. Но когда я начала пользоваться продуктами Кораллового клуба, мои ноги стали легче. И у меня нет таких проблем больше. И мне не да, надо... вот про это мы еще поговорим, да. Но состояние, да. Ну, не с простаты пришла, ты пришла реально, потому что, ну, тебе организм говорил там, помоги мне, уже все испробовала, да? Да, да. Супер. Да. А Юрис, как ты начал заниматься этим делом? Природными веществами. Не было, нечего было делать? Я уже в Коралловом клубе, этот уже 8-й год. Да, ну, пришел, конечно, узнал про Коралловый клуб из-за здоровья. Перед этим я ничего не знал по концепции здоровья и компанию как такую, да. По-моему, нас в большинство людей, кто приходит в Коралловый клуб из-за здоровья, чтобы все привести в порядок. Я тоже, как только узнал про Коралловый клуб, так начал все делать по концепции здоровья, шаг за шагом, да. И я получил шикарные результаты, и довольно быстро результаты были один после второго и так далее, да. Я никогда раньше ничего такого не испытывал и не мог добиться, что я добился за несколько месяцев, да, но, конечно, надо понимать, что это здоровый образ жизни, что этот процесс ежедневный, да, вот, и сейчас уже 8-й год, и я чувствую себя прекрасно.
Супер, я очень рада за вас. И вообще рада за себя, что мы вообще тоже встретились благодаря друг другу. Потому что через меня пришел Юрис, потом через Юриса Йоланта, через Йоланту Аманда. И вот так эти как бы хорошие дела идут вперед, потому что про хорошим нельзя молчать. Если человек получает результат, он передает дальше и делится этой информацией. Это чудесно. Как мы можем встретиться вообще в разных там местах? Ну, ты же очень не близко живешь, да, не в Латвии. Ну да. Супер. Ладно, следующий вопрос у меня. Я читала твои результаты и вообще не могла слезы удержать. И мне очень, конечно, приятно, но мы по блокам поговорим про каждую нюанс, да, твоего здоровья, Аманда. И я читала, что ты получила шикарный результат по коже, да. Можешь рассказать, что у тебя было с кожей, потому что сейчас я вижу, ты сияешь, прекрасная, красивая, не видно никаких проблем. Да, да, у меня были проблемы с кожей уже 20 лет, можно сказать, даже 20 с лишним лет. Я давно-давно, уже когда я была еще в Латвии, у меня определили диагноз Веселибс, центр здоровья 4 в Риге. Определили, что у меня демодекс. Это получается такой клещ, такой как бактерия, да, но... паразит под твоей кожей. Сначала у меня были такие маленькие высыпания на кожу, на лица, да, и я подумала, ну, это только аллергия. Ну, потом я пошла к доктору, к дерматологу, специалисту, я думала, она мне поможет. Она сказала, 2 месяца, и у тебя ничего не будет. И я ходила, но эти 2 месяца превратились в многие годы, как сказать, да, и эта проблема, ну, не уходила, она, можно сказать, доктор делала только терапию снаружи, и все у меня уже, ну, как бы это лицо превратилось все в этих прыщах, да, и иногда было такое, вот они были такие, ну, глубокие, люди, которые меня уже знают давно, да, они знают, что я без грима не могла выйти на улицу, и у меня все время была покрытая кожа с этими, ну, прыщами, и иногда они были очень даже такие болезненные, да, и мне надо было чесаться даже, ну, вокруг глаз, и это было очень неприятно, и я тогда была еще моложе, да, и мне все время хотелось, конечно, ну как, это же твой, ну как, лицо, это твое, как бы, отражение, ну, люди смотрят на тебя, да, и было очень неприятно. И а есть, не знала, фотография, как... у нас есть? Да, если Юрий сможет показать, какие, это, конечно, были, ну, не самые страшные, да. Это уже когда получше было. Это уже когда было немножко получше, да. Сейчас посмотрим. И что ты делала? Какие вот основные были продукты из коралловских, которые тебе помогли именно вот эту проблему решить? Я тоже ходила по концепции. Я использовала все, потому что коралловый клуб – это очень легкая, как бы сказать, да, steps. Ты делаешь ты эти шаги очень легкие, да. Тебе даже не надо ничего думать, у тебя уже программа готовая. Начинаешь с водой, потом идешь по этим всем ступеням. И, конечно, самые лучшие результаты, вот, которые вы видите, это после коловада, да. После очищения полностью, да, после очищения у меня улучшилась вот такая кожа, да, и я была даже, ну, я была очень приятно удивлена, так что супер, я довольна. Супер.
Шикарно, да. Потому что с этой проблемой люди практически, они, ну, не могут справиться никак. Если есть вот эта розация, да, или вот как да. кто называет, да, но, в принципе, это тоже паразит, да, он живет просто на коже, это тоже как бы мы с очищением, с нашими, правильно, с нашими очистительными программами можем вот это все решить. Да, и доктора, ну, в основном дерматологи, даже здесь тоже, они стараются как бы эту проблему снаружи лечить. Это с гормонами, да? Да, это стероиды, кортизолы, всякие крема, которые они считают, что могут помочь. Но я испробовала возможные маски тоже наружу. Но никто из докторов мне не сказал, надо очистить кишечник. Mm-hmm. Это первое. Ну да. И когда я начала очищаться, да, тогда ну, результат налицо. Зачем мне... Да. Это реально результат на лицо, на твоем прекрасном лице. Супер. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? Мне 57 лет. Шикарно. Да, и в следующем месяце мне будет уже 58. Супер. Ну, выглядишь ты вообще там, я не знаю. Вы оба прекрасно выглядите. Спасибо. Спасибо, Юрий. Аманда, да, Аманда, ты в твои годы ты просто шикарно выглядишь, и как это возможно, может, да, как расскажешь? Это Ну, это возможно. Я не пользуюсь никакими дорогими кремами, я не пользуюсь никакими косметологическими операциями, или ботокс, или какие-то подтяжки, да. Мои продукты – это от кораллового клуба, да, это Daily Delicious Beauty Shake, это лецитин, который кормит все... наши внутренние, да, эти возобновляет наши, как сказать, cells, да. Клеточки, да, потому что мы состоим из клеток, и надо кормить их снаружи, ну, как снаружи, и внутри тоже. И я поняла, что чем больше я, как сказать, очищаюсь, пью воду и... пью продукты, которые кормят мои клетки, я становлюсь моложе. Супер, ты сказала, что лецитин вообще выравнивает морщины. Да. Ну, я думаю, что это все-таки все связано друг с другом, потому что в организме нет ни одной как бы детали, которая работает сама по себе. Например, рука, которая не связана там, с кишечником или с какими-то другими, да, органами. И у тебя есть шикарные результаты по гормональной системе тоже. И лецитин, он тоже как бы восстанавливает и печень, и гормоны улучшает, и там еще как бы целый комплекс на это работает. Может быть, расскажи, как улучшилась вот эта сфера, вот эта система твоя? Да, и в этом смысле у меня тоже были уже давно проблемы, и у меня такой возраст, что я хожу в менопаузу, и тут нечего скрывать, потому что, ну, мы стареем, как бы, и это процесс такой, да, но я могу сказать, что коралловые продукты мне помогли тоже и в этом смысле, да, я пользовалась специальными продуктами из кораллового клуба, которые улучшают гормональную, как бы сказать, улучшают систему, да, в этом смысле, и у меня было... очень сильное кровотечение в прошлом году весной, и у меня были проблемы. Я пошла на ультрасонографию здесь, и мне сказали, что у меня цисты. И после этого я
начала искать информацию от кораллового клуба, у кого еще были какие-то, ну, как сказать, опыт в этом смысле, да, и, Винетта, я знаю, у тебя были проблемы в этом смысле, да, и я поэтому выбрала продукт Colloidal Silver, это серебро, вода. Колоидал, да. И я начала его пить, и после этого у меня улучшилось состояние. Но из-за пандемии я не могу проверить эти результаты и дать какой-то стопроцентный такой результат сказать. Но самочувствие улучшилось, кровотечения нету, да. И у меня нету больше этой тяжести внизу, и у меня нету этих проблем. Так супер, что? Шикарно. Супер. Еще ты упоминала в своем рассказе, который я читала, что у тебя улучшились проблемы с венами тоже. Это вообще как бы mission impossible обычно, да? Там или операция, или ухудшение, да, или какие-то колготки, или лазер, но у тебя было другое, у тебя есть другая история. Получше. Да, я уже говорила об этом, что у меня улучшилось. У меня были 3 операции на вен, да, и через некоторое время эти вены как бы опять возвращались, да, и мои ноги не выглядели красиво. Но 2 года назад, когда я начала пользоваться продуктами, я почувствовала очень такую легкость во всем организме и тоже на своих ногах. И у меня нет такой проблемы больше. Мои ноги выглядят красиво, мои ноги больше нету этой, как сказать, болезненной ощущения, когда у тебя начинают опять вот опухать ноги, вылезать вены, и это нет все, да. Я почувствовала, что продукты тоже работают на эти мои проблемы. Так супер. Что... Это да. Тоже все связано, да, улучшение этих соединительной ткани, улучшение кровообращения и печень там, если включается, хорошо работает, тогда все проходит. И ты, наверное, лимфу тоже чистила, да, в какой-то момент? Да, это я тоже. И я тоже после коловады чистила лимфу. И, конечно, были, ну как, я чувствовала, что чистится, действительно, да. У тебя есть такой, ну... неприятный запах выходит, как бы сказать, да, потому что чистится эта лимфа, да, и ты чувствуешь это после, ты чувствуешь уже ощущение, что твоя кожа становится как у младенца, да, она не пахнет так уже больше, и это уже, но это не одноразовый результат, это надо, потому что мы же едим каждый день, мы очищаемся, потом мы опять как бы нагружаем свой организм, да, с едой, которая не живая, да, которая, ну, мы знаем, что вот у нас нет такой возможности, да, как бы сказать, есть чистую еду, да, это уже не то, что было, может быть, 100 лет назад, да, так что. Супер, потому что вот 57 лет, когда у человека, да, и когда он чувствует, как постепенно уже уходят все проблемы, которые пришли, это, по-моему, как вообще первая молодость, вообще такое чувство, и ты выглядишь просто шикарно, и этот блеск в глазах, это вот счастье, когда ничего тебе не болит, да, что все в порядке, что лицо сияет, молодеет. А спасибо. Для кожи что ты делала, например, кроме очищения? Есть какие-то любимые твои продукты, которые вот ты чувствуешь, как обновляли твою кожу? Ну, кроме лецитина. Да, это продукты MSM, это сера, да. Это Black Walnut, это черный... Листья черного ореха. Да, листья черного ореха. Потом я пользовалась цинком.
тоже, который дает очень хороший результат для лица и для кожи вообще, да. И, конечно, вода и лицетин, это самое... А Белурон ты пила? Пила, тоже курс взяла Белурона тоже, да, и чувствовала, потому что она... Я почувствовала, что мои суставы все такие, как бы, как сказать, да, легче стало, да. Мягкие. У меня мягкие, да, и не было такой, потому что я перед этим, я работала физическую работу, да, я работала в hospitality, и мне в это сфера, где обслуживает и, как сказать, работаешь с едой, и тебе надо обслуживать гостей, и, клиентов, да, и это очень такая все время физическая работа, и я чувствовала с годами, что я теряю как бы силы, да, и mm-hmm. поэтому, да, когда я начала пользоваться продуктами, у меня очень больше энергии, и очень хорошо помогал тоже вот Пентокан и H500, это прекрасные, это без этих я вообще сейчас не могу, этих продуктов, да. Но это же вообще антиоксиданты, да. И да. Очистители маленьких капилляров, которые вот реально как бы помогают для обновления там не только кожи там, но и всех суставов, нейронов, да, и это, да, шикарные продукты. Ну, вообще у нас все шикарные продукты. Да, ну супер. Может быть, что-то еще ты вспоминаешь, о чем мы не рассказали, что у тебя было, может быть, не знаю, там волосы, энергия, ногти. Нет, ну, конечно, поскольку я пользуюсь уже 2 года, я уже чувствую, что когда вот тебе приходит какое-то время, опять надо вот опять идти очищение, да. И, ну, конечно, были тут праздники, да, вот Новый год, там, это Christmas, да, и надо было... Ну, ты чувствуешь, что ты слишком много там опять наелся, может быть, пирожных, там, печенье, сладостей, да, и все такое, да, и ты чувствуешь, что организм опять просит, что надо его очищать, да. И я помню, что первая коловада у меня очень тяжело была, очень. Я почувствовала, что она была намного тяжелее, а когда уже я делала второе очищение, да, тогда мне было намного легче, уже организм был бы как-то, я 50 лет, да, если я 50 лет не делала ничего, только ела, и, как бы сказать, да, это ты... Ну, мужчины, может быть, поймут, что и тоже у тех, которых есть машины, да, ты не можешь все время там класть в эту машину только вот горячее, ну, как петрол и ойл, да, ты не можешь. И не чистить. Тебе же надо прочистить эти все трубы, все надо это, ну, постоянно надо какой-то maintenance сделать, какой-то, ну, как бы удержать, чтобы эта машина ходила. И также с человеческим организмом я чувствую, что, ну, как, время от времени надо... идти какое-то очищение, какое-то опять надо возобновить это все, да. Так что я нашла свой путь, да, и уже я только радуюсь, что я с этой компанией, и что я нашла прекрасные продукты, и теперь еще новый коллаген, я уже не могу дождаться, когда я его получу. Так что молодеем. И... Да, молодеем, это здоровыми. Да. Главное, как бы жить долго, красиво, да. Счастливо, да, при здоровье, и тогда уже не страшно не стареть, не стать там старше, да. Я помню, ты как-то говорила в одном разговоре, что у тебя даже твои коллеги спрашивают: «Аманда, что ты делаешь, что ты так хорошо выглядишь, да, что с тобой, какие ты методы, да, используешь?»
Да, у меня есть друзья мои, спрашивают, ну что я такое делаю? Коллеги мне не могут дать больше, чем там 45, да, больше не дают, да. И все время они как бы спрашивают, что я делаю. Я всегда делюсь своей информацией. Я такой человек, что мне, если что-то понравилось, я хочу рассказывать это всем, да, и делиться, и помогать людям тоже. И у меня есть друзья, конечно, которые уже, ну, как бы ушли из этой жизни, и мне жалко, что я не могла им помочь, да, что я не могла этим людям помочь и донести до них эту прекрасную, как сказать, результат этих продуктов, да. Информацию. Ну да, да, и это, наверное, из-за мотиваторов, когда ты решила учиться это, чтобы передавать другим, и сейчас ты будешь интенсивно это делать, рассказывать, потому что знаний уже очень много за эти два года. Правильно? Да, я учусь, я очень довольна, что есть возможность учиться здесь, да, и что здесь есть очень много докторов, у которых ты можешь учиться, да, есть прекрасный доктор Ольга Бутакова, да, у которой можно учиться, да, и у нее прекрасные семинары, тоже можно на YouTube узнать эту информацию, да, информация доступна, и я помню из ее разговора, да, что она тоже, она работала доктором на скорой помощи, и она тоже хотела донести до людей, как важно думать о своем здоровье. Профилактика, да? Да. Не думать тогда, когда уже тебя возят, да, скорой помощью, но думать уже да, своевременно, да, когда еще не поздно, когда ты можешь сам себе помочь. Ну, супер. Я думаю, что ты можешь людей звать, писать тебе. Всем тем, которые хотят тоже хорошо выглядеть, очищаться. Сейчас уже этот весна. Да. Люди хотят быть моложе и лучше выглядеть, лучше чувствовать себя. Ну, тебе можно писать все. Обязательно можно писать. И я думаю, что... Пишите, пожалуйста, Аманде, она вам поможет, она все расскажет, как легко просто все это сделать в порядок. Да. И еще одна хорошая... У нас, у нашей компании есть продукты, которые помогают тоже сбросить вес. И особенно сейчас, когда еще есть весна, еще мы можем как-то, мы одеты в своих теплых, теплой одежде, но сейчас скоро будет, как сказать, идет весна, потом будет лето, и мы будем все думать о том, как мы выглядим на пляже, как мы, как у нас будет с весом, да. Я в процессе, и я тоже иду этот процесс, чтобы потерять какие-то лишние килограммы. И я знаю, что у компании в этом смысле тоже есть продукты, которые могут без вреда помочь сбросить вес. Да, супер. Ну, я тоже уже кушаю продукт 11 лет. Да. Я тоже не выпускаю ни один день, чтобы я не выпила живую воду. Чувствую себя прекрасно. Я уже тоже бабушка, ну, у меня две внучки, одной 8 лет, одной 1,5, ну, почти уже 2 годика. И, наверное, самый такой большой комплимент мне был от моей внучки, когда она вот там заряжалась там моими вещами и сказала мне: «Бабушка, я хочу быть как ты». Но это, по-моему, очень ценно, когда ребенок уже тебя оценивает не какую-то старушку больную, да, а все-таки хорошую женщину, на которую равняться. Это тоже для меня очень важно, чтобы мои внучки, ну, моим внучкам было со мной интересно, и я могла за ними побегать вообще, да, потому что это вообще такой космос сейчас, наши дети, они совершенно другие. Супер, пишите письма Аманде. Да. Винета, скажи, сколько тебе лет уже?
Ну, мне будет 48 сейчас в этом году, ну, скоро уже, в июне, да. Так что уже приближаемся как бы с этой чертой 50 лет. Ну, ты не выглядишь. Нет, абсолютно не скажешь, что ты выглядишь очень молодо, и я бы никогда не сказала, что у тебя уже внучки. Да, спасибо. Кстати, когда я иду вот со старшей где-то гулять, все всегда: «Ваша дочка там!» «Это моя внучка!» Да, это очень приятно. Это самый приятный комплимент. Ну да, это как мне, ну, обычно неловко немножко говорить: «Я уже бабушка!» Но так есть. Спасибо, Аманда. Пишите письма, пишите свои вопросы и присоединяйтесь к нашей дружной команде. Юрис еще что-то скажет, наверное, нам. Нет? Ничего. Даже Юрису уже нечего добавлять к нашему вдохновляющему разговору. Будьте счастливы. Да, сейчас весной надо очищаться, надо пора думать о себе. Да, как раз это время очень благоприятно для очищения организма, начиная с следующей недели. Да, март – это убивающая луна, если очищаться, начинать на убивающую – тоже очень хорошие результаты, так что… У меня как раз план Коловада. Я тоже. Я сейчас начинаю по одной пачке, и еще там будет у меня вот эти дни уже. Ну, супер! Было приятно с вами поболтать. Мне тоже очень было приятно. Спасибо вам всем. Спасибо всем, кто смотрел. Да, спасибо. Напишите, пожалуйста, ставьте лайки, как все сейчас говорят. Делитесь этой информацией, потому что это очень важная информация. Не всегда вы увидите женщину, которая выглядит на 40, у которой там 57 лет, и которая реально там сияет. Да. Делитесь. Мы будем рады только, если вы будете делиться. Да. Спасибо всем. Пока всем. Пока всем. Хорошей весны. Хорошей весны.